Здравствуйте, дорогой Рав, спасибо за замечательный конгресс. Мой вопрос, те неисправности, которые я раскрываю в себе, раскрытие зла, я прошу на них исправления или это называется просить за себя? Неважно. Исправление можно просить за кого? Абсолютно неважно, кто и что. Исправление, за исправление всегда можно и стоит просить. Даже если это ради себя? Да, конечно. Да.